Евгений Кураков, наш бренд-шеф, всегда говорит, что хороший ужин – это прекрасное завершение дня. Это программа полезного аппетита, программа о вкусной и здоровой пище. Наша программа выходит 3 раза в неделю в утреннем эфире. Мы призываем вас, присылайте свои рецепты вкусных и полезных блюд на адрес нашиновости.тв, а автора лучшего рецепта мы пригласим в студию на кухню. А сегодня у нас на ужин овощная запеканка. На семейную порцию овощной запеканки нам понадобится 2 куриных яйца, 1 морковь, кабачок, 100 граммов цветной капусты, 1 болгарский перец, 1 баклажан, головка лука, чеснок, масло оливковое, соль, специи. Ну, у нас сегодня на столе снова урожай. Свежий урожай. Вот. И сегодня мы будем из этого урожая делать что-то полезное, вкусное и не очень калорийное. Я предлагаю сделать таким образом. Кабачок большой, громоздкий, я беру себе. Угу. Тебе я предлагаю самое такое. Ага, то есть мне лук, да? Да. Лук, перец, морковку режем соломкой. Кабачок и баклажан кружочками. Разберем цветную капусту на соцветия. Смазываем оливковым маслом антипригарный противень. Кладем первым слоем лук, затем кабачок, перец, баклажан и капусту. Можно оставить запекать овощи слоями, а можно перемешать, кому как хочется. В последнюю очередь добавим мелко нарезанный чеснок, немного соли. Заливаем овощи взбитыми яйцами и добавляем любимые специи. Нет никаких строгих правил. Вообще уходите от рецептов. Чем больше вбок, тем может быть что-то интереснее. Отправляем в духовку на 30 минут. Температура 180 градусов. Пока наше блюдо готовилось, где-то 30 минут, Женя мне рассказала о том, что оно может использоваться и как основное блюдо, и как гарнир. Совершенно верно. И более того, ингредиенты, которые сегодня использовали мы, вы можете заменить чем-то более любимым, более подходящим по вашему поводу. А мы желаем вам приятного ужина и полезного аппетита.